Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас распаковка первого заказа из четвертого каталога Oriflame. Заказ всего на 150 баллов. Вы представляете, я заказ разбила на две части, а один решила отправить чуть-чуть попозже. Думаю, еще кто-нибудь скинет заказы, и я одной кучкой отправлю, чтобы в один день все получить. И я забыла его отправить и обнаружила это только сегодня, поэтому придет он только через неделю, и моим некоторым клиентам придется подождать. А там у меня в заказе два набора: жидкое мыло и лосьон Essence & Co. Для себя заказала румяна Giordani Gold в стике, которыми я делаю макияж. Кстати, мой макияж как раз сделан с помощью этих румян. Я их наношу как база по тени, и получается такой яркий, сочный макияж, потому что на эти жирненькие румяна очень классно припечатывают сухие тени, и получается такой, как мне Миша сказал, яркоглазая ты какая сегодня. Ну что, посмотрим, что в этом заказе. Итак, у меня клиентка заказала набор для волос, маску восстанавливающую и два кондиционера бальзамчика серии HairX. Берет их постоянно, очень нравится. Еще в предыдущем заказе было два больших шампуня из этой же серии, были XL размерчики по 400 миллилитров, и сейчас как раз вот добирает всю коллекцию. Я себе заказала из спецпредложения вот такой набор: шампунь и бальзам Climate Control, тоже серия HairX. Там очень выгодная цена, очень выгодная. Поэтому, когда вы делаете заказы, то обращайте внимание на второй раздел, где у нас есть акции, спецпредложения. Я всегда там тщательно все просматриваю, потому что нахожу что-то интересное с большими скидками, как, например, этот набор. Я не смогла пройти мимо, потому что я эту серию очень люблю. Мне нравится, как она на волосы влияет. Волосы такие становятся ухоженные, хорошо выглядят. Самое главное, статика убирается, особенно когда зимой волосы электризуются, и они такие не очень гладкие, а я люблю, чтобы волосы всегда были в идеальном состоянии. Наконец-то заказала. Когда были большие скидки, я брала несколько раз себе крем для ног с черешней, и каждый раз у меня его уводили. Один раз даже выпросила подружка уже мой начатый, я им начала пользоваться, она говорит: ой, как вкусно пахнет, хочу. Я говорю: ну его уже нельзя заказать. И она сделала такое лицо, что я ей подарила свой крем. Сейчас себе один оставлю. Чем мне понравился этот крем? Он очень жирный, очень питательный, вкусно пахнет. Я люблю аромат черешни, а тут еще и миндаль. Напоминает такое варенье деревенское, как мамочка варит. И очень люблю такие вкусные с ягодами, с фруктами продукты. И даже ароматы мне тоже нравятся, именно такие вот с фруктовыми нотами. Я не люблю, когда чисто цветочные ароматы. Немножечко мне не нравится. Так, что тут еще? Часики взяла не себе, может быть, я уже говорила неоднократно, я не ношу часы, я их очень люблю, и даже бывает, что я их заказываю, и они у меня лежат. Много часов, кстати, лежит. Единственные часы, которые я иногда ношу, это часики, которые соединяются с телефоном, и это очень удобно, то, что я вижу на часах сразу, кто-то мне звонит или пишет, то есть я всегда могу быть на связи, и это мне нравится. Мы сейчас их откроем и посмотрим хотя бы немножечко, потому что я уже видела эти часы на видео, на фотографиях, но все равно, когда видишь вживую, эффект на совершенно другой. Сразу распакую эти пленочки. Упаковка всегда классная, то есть первая, как пальто снимаем, потом обувь, да, классные. Вы знаете, в каталоге они мне сразу понравились, а в жизни они и вообще классные. Смотрите, у них достаточно крупный циферблат, сочетание белого, золотого, белого и бежевого, очень красивое. То есть это элегантный вариант, подойдет именно вот под такой классический стиль, да даже не только классический, но классика — это просто то, что нужно, как раз идеальный вариант. Мне нравится, конечно, я думаю, клиентка будет в восторге. Она
вот тот человек, который носит часы, и она всегда заказывает часики в Oriflame. Кстати, из прошлого каталога она у меня заказала белые часы, то есть с белым ремешком. Они у меня тоже сегодня пришли, в коробочке лежат. И сразу бежевые. То есть двое часиков идут одному чудесному человеку. Вот так вот. Дальше. Тоже заказ. Полная серия. У меня подружка берет все время себе крем дневной, крем ночной из серии Optimals, осветляющий. Обычно она брала всегда только дневной, и недавно еще добавила себе ночной крем. И позвонила мне и говорит: слушай, я в таком восторге от ночного крема. Я говорю: а чем он тебе понравился? И тут, знаете, такое вот описание интересное прозвучало. Ты знаешь, а он такой пушистенький, такой пышненький, так классно наносится, такое лицо с ним супер просто. При том, что у подруги кожа чувствительная. И, например, она брала маленький такой крем с органическими ягодами. У меня дочка им пользуется, ей очень нравится. Я уже, наверное, 3 или 4 баночки ей заказывала. А она взяла, начала пользоваться, сначала все было хорошо, а потом говорит: нет, вот прямо что-то горение пошло, некомфортно. А этот пушистик ей очень понравился. Итак, всю серию теперь она заказала в подарок своей сестре. Представляете, как здорово? Очищение, тоник, крем для кожи вокруг глаз, сыворотка, ночной и дневной крем. То есть вся серия, здесь 6 продуктов. И это правильно, потому что кожа любит комплексный подход. Комплексный уход, комплексный подход. Вот такая красота. А многие спрашивают, помогает ли эта серия, действительно ли она эффективна для того, чтобы убрать пигментные пятна. И я вам скажу честно, без прикрас. Если пигментация из-за того, что вы были на солнышке, то есть от солнца, по-простому говоря, то эта серия справится на 100%. Мной лично проверено, потому что у меня были пятна от солнца, я загорала без крема. Даже не то, что я загорала, а так получалось, что я выходила на 5 минут, а оставалась на улице надолго и прямо под прямыми солнечными лучами. И у меня вылазила пигментация. Особенно было неприятно, вот здесь под глазом огромное было пятно, практически размером, ну не как перепелиное, но примерно маленькое перепелиное яйцо. Я вывела этой серией. Я, правда, брала не всю серию, а брала сыворотку и крема день-ночь. А очищение у меня было из другой серии. Но тем не менее, эффект классный. Как видите, лицо чистенькое, все пятна ушли. А вот если пятна идут изнутри, то есть из-за какого-то, может быть, заболевания, да, что-то изнутри кожи, да, организмом кричит, что help, да, что-то не так, то, конечно, эта серия не справится. Чуть-чуть осветлится кожа, естественно, потому что все равно верхний слой вот этот будет осветляться и отшелушиваться, но совсем не уберете. А вот если от солнышка, то, конечно, эффект будет классный. Себе заказала со скидкой 50% ночной крем Экологен Wrinkle Power. Очень люблю. Очень люблю эту серию. Я обожаю, конечно, Ultimate Lift серию. И Экологен все-таки у меня прямо вот на первом месте, как я ее люблю. И сейчас решила пополнить как раз коллекцию ночным кремом, потому что он у меня заканчивается, а на замену нет. Дневной тоже заканчивается, но у меня есть прям новый тоже Экологен. Так, далее. Под заказ 2 аромата. Тоже одна девочка, подруга, заказала сыну. Эксайт, Дима Билан, она в него просто влюблена. И Эльвия. Эльвия. Кстати, мне Эльвия не очень подходит, хотя ландыш — это один из моих любимых цветов. И знаете почему? Когда еще я была маленькая, мы жили в деревне и ездили от нашего дома примерно километр 30-40. Иргиз протекает, река такая есть, Иргиз, можете посмотреть на карте. И вы знаете, как раз вот в том месте, куда мы приезжали, там были такие разливы, и мы называли это заливные луга. То есть, представляете, луга залиты кристально чистой водой, и видно дно. То есть мы купались еще только вот начало мая, еще холодно, а там уже можно было купаться. А в лесу
цвели ландыши. У нас в деревне ландышей не было, я их никогда не видела, и первый раз увидела именно на мой день рождения. У меня 17 мая день рождения, мы поехали туда всей семьей, у нас еще был старый москвич такой смешной, и я первый раз увидела ландыши, и этот аромат, и их необычная форма, это меня просто покорило, я просто не могу забыть этот момент. Но Эльве мне не подходит аромат вообще, не мой, брала как-то его себе, использовала, но не было такого прям вау-вау. А знаешь, что многим он идеально подходит, есть даже девушки, которые его заказывают долгие-долгие годы, у меня есть такая клиентка. Еще себе заказала вот такой карандашик с кисточкой, это масло для ногтей и кутикулы, оно волшебное. Единственное, я всегда переживала, что оно быстро кончится, потому что такой объем небольшой, здесь всего 2 миллилитра, и непонятно, сколько его там, потому что нет прозрачного места, то есть все внутри, и думаешь, когда он кончится, сколько его там будет. И я, когда получила такой карандашик на обзор, начала пользоваться и сразу заказала себе второй. Мне настолько понравился он, что я подумала, вдруг он быстро кончится, а мне так нравится им пользоваться. Удобно. Здесь кисточкой нужно крутить нижнюю часть, и маслица потихонечку поступает в кисть. И потом как раз вот по ноготочкам. Вот я сегодня буду как раз маникюр делать, и перед тем, как сделать маникюр, я всегда маслицем прохожусь. То есть это очень полезно и для ногтевой пластины, и для кутикулы, чтобы она не так быстро росла, и не грубела, не черствела. То есть чтобы все время было вот это местечко вокруг ноготочка мягенькое и комфортное. Волшебная штучка. Ну вот представляете, еще тот первый, который мне присылали прошлой весной, он у меня не закончился. И я заказываю, у меня кто-нибудь его забирает или выкупает. Я опять заказываю, опять забирает. Опять заказала. Ну, не знаю, как с ним будет. Итак, в заказе еще витамины. И хоть заказ всего на 150 баллов, а вы скажете, тут одни витамины на 150 баллов, потому что здесь три пачки. Но это четвертый шаг, это подарочные уже витамины, они нам пришли абсолютно бесплатно, и баллы за них тоже не даются. А вот если бы у меня была подписка Wellness Life Plus, то пришел бы еще коктейль в подарок и витамины, и все это вместе давало бы баллы. Но, к сожалению, сейчас подписка уже не работает. Кто успел еще в третьем каталоге оформить подписку, вы еще будете ее получать, а у меня, я так понимаю, это все. Можно будет только по отдельности покупать витамины и продукцию Wellness. Итак, тоже под заказ масочка с персиком. Это, кстати, тоже заказала подруга. Я эту маску уже пробовала, она волшебная, и мне понравилась вот эта структура ткани, она сделана из переработанных волокон эвкалипта, и она очень необычная. Я даже ее высушила, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Она такая прям не похожа на другие маски. Если будете заказывать, тоже посмотрите вот именно в сухом виде, какая она интересная. Какой эффект? Очень глубокое питание кожи. То есть если у вас есть ощущение, что не хватает кожи влаги, питания, то есть какая-то обезвоженность, а при этом хочется хорошо выглядеть и прямо так включить кожу, то сделайте маску тканевую. Конечно, это дороже, чем маска в тюбике или маска в баночке, но это эффективно. Намного эффективнее. А потом, кстати, я маску, когда снимаю с лица, я ее тут же перекладываю на зону шеи и еще немножечко держу, и получается, что еще и шея вся увлажняется. То есть хороший эффект. И это еще не все. Мне на обзор прислали пока что не все продукты, чего-то не было на складе. Два пробничка новые, тональная основа, это будет что-то ноу-хау CC-гель. Два оттенка. Light и Tan. Попробуем. И два новых блеска. Серия On Color. Слушайте, они такие необычные. Я очень люблю все светлое и нюдовое. И сейчас хочу посмотреть, какой же тут оттенок. Ой, они с кисточкой. Классно. Ой, какой яркий. Хочется чего-нибудь нюдового, светленького. А этот яркий, летний. Но я, конечно, буду им пользоваться, потому что
тоже мой оттенок, а вот красный такой. Слушайте, слушайте, интересно, тюбики просто вау. Я очень люблю в серии. Ух ты, тут прям как вино, винный такой оттенок. Немножко не мой цвет, очень яркий. Я, конечно, крашу такие цвета яркие, но в основном на видео или куда-то на мероприятие. В обычной жизни у меня легкий блеск, что-то нюдовое, прозрачное. Кстати, заказала себе помаду «Пыльная роза», по-моему, называется, серия OnColor, 5 в одном. Жду ее в следующую пятницу, получу, будет у меня новый оттенок. Давно ее хотела, и вот наконец-то заказала. Все, это все, вот и весь заказ. Я вас благодарю за внимание. Напишите, вы уже получили все заказы, какие взяли себе новинки, что попробовали, что понравилось, чем довольны. То есть давайте любые отзывы честные, потому что все читают, всем интересно, и мы заказываем в основном как? Сначала отзывы читаем, смотрим и думаем, ага, хочу или не хочу. Поэтому буду вам благодарна за обратную связь. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока-пока.